На проходящей юбилейной выставке «Фабрикатен Молдова» представлена компания «Джилиберт» с торговой маркой «Акваунико». Более 23 лет компания «Джилиберт» является лидером в производстве йодированной воды. В этом году мы пришли с новыми продуктами. Это является разработкой, совместной разработкой с французской компанией «Экспрессион Ароматик». Продукты, представленные в этом году, являются продуктами, которые нет похожих на молдавском рынке. Кроме этого, наша компания представит в этом году на выставке целый ряд оборудований для офиса и для дома. Это кулера, которые вы видите здесь, это помпы разного типа, которые мы предоставляем покупателям при покупке нашей водички «Акваунико». «Акваунико» – это качественная сбалансированная питьевая вода, которая улучшает качество жизни. Компания «Джилиберт» предлагает продукты и услуги, отвечающие самым высоким стандартам качества. Наша компания сегодня выступает на выставке со своими известными продуктами марки «Акваунико». Также параллельно мы занимаемся исследованием рынка и развиваем новый продукт, совершенно уникальный для рынка Молдовы. Мы подготовили для наших потребителей уникальный продукт, который является, по сути, имитацией алкогольных напитков, известных алкогольных напитков, но при этом продукты совершенно не содержат алкоголь. В рамках выставки мы занимаемся исследованием, изучением мнений потребителя о данных продуктах для того, чтобы в дальнейшем адаптировать его под молдавский рынок. Специально для этого мы находились в командировке во Франции и разрабатывали уникальные вкусы для нашего нового продукта. Мы пока не можем открыть всех деталей, но следите за новостями, вы обязательно увидите на полках молдавских магазинов новый уникальный продукт производства компании «Джилиберт».